готовы отложить половники в сторону, чтобы примерить корону победительницы. Прекрасные жительницы округа начинают творческую борьбу в конкурсе «Мамочка-люберчаночка». Он стартует в четвертый раз и уже успел набрать такую популярность, что конкурсанток приходится отбирать на кастинге. С его участницами познакомилась наша съемочная группа. Родительский стаж Любови Сафаровой 9 месяцев. В свой первый отпуск по уходу за ребенком молодая мама и фитнес-тренер решила не сидеть на месте. Она уже вернулась к работе и нашла время для приключения под названием «Мамочка-люберчаночка». Раньше Любовь наблюдала за конкурсом в соцсетях, а теперь решила попасть в его историю. Мне показалось, это такое потрясающее приключение для любой мамы, тем более, если ты сидишь в декрете, особенно если ты с малышом, и это очень здорово, помогает найти новые знакомства и вообще раскрыться, и просто очень приятно и с интересом провести время. Вместе с Любовью попасть из декрета на конкурсную сцену мечтает 60 люберчанок. Но по итогам кастинга до ее кулис доберется только треть из них. Для 20 мам начнется конкурсный марафон длиною в 1,5 месяца. Кстати, в этом году участниц ждут новые испытания. Мы решили добавить немного социальной части, и каждая участница, которая пройдет сегодня кастинг, будет готовить один небольшой социальный проект в течение всего времени до финала. В финале конкурса участницы должны похвастаться первыми результатами своих социальных проектов. Подготовиться нужно успеть и к интеллектуальной викторине, дефиле и конкурсу талантов. Такие испытания ждут люберецких мам на большом финальном концерте творческого состязания. Анна Троян, Дарья Борисова и Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.